никель облез поцарапанный, мы его сняли. Вот эти места, где выделил латунь, покроем серебром. We'll be right back.
как ты будешь убирать, пытаться желтые? Это латунь, видишь, корпус? Он из латуни покрыт никелем. Никель облез, поцарапанный, мы его сняли местами. Вот эти места, где выделала латунь, покроем серебром. Ясно? Моем любым мыльным раствором. Не надо никакой химии тут специально. Альтернатива, если нет возможности покрыть никелем, хромом и так далее, можно посеребрить. Покрытие надежное. Вот монета 50 копеек. Желтая, честно, покроем серебром. 999 пробы. Половинку покрою, чтобы понятно было. Белая, половина желтая. Кому интересно, рецепт продаю. Кусок латуни. Вот, после покрытия серебром нужно водой промыть. Покрыть можно латунь, медь, бронзу, мельхиор. От 1 до 5 микрометрон получается толщина слоя. Нержавейку не берет, другие металлы не берет. Не цветни лучше сложить. Нормально видно, ничего лишнего. Нет.